На 69-м внеочередном заседании Совета депутатов Ленинского городского округа народные избранники рассмотрели ряд вопросов, касающихся организационной, финансовой и хозяйственной жизни муниципалитета. Одним из главных пунктов, стоявших в повестке дня, стал вопрос о назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в устав Ленинского городского округа. Докладчиком по нему выступила заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Тугова. Настоящий проект разработан с целью актуализации норм устава Ленинского городского округа Московской области и приведения его редакции в соответствии с редакцией федерального закона от 06.10.2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. Принятие проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав Ленинского городского округа не требует отмены ранее принятых решений Совета депутатов Ленинского городского округа. В ходе публичных слушаний любой житель Ленинского городского округа может внести свои предложения или высказать мнение по поводу вносимых поправок в устав городского округа. Они будут рассмотрены и учтены в установленном порядке.